Опять бои грохочут у Пулковских высот, написал Александр Городницкий. На переднем крае борьбы за один из символов Петербурга, его научной гордости, Пулковской обсерватории находятся обычные молодые люди, молодые ученые, которые своей борьбой, своей работой с превосходящими силами противника, по-другому нельзя сказать, сохраняют то, что всем нам дорого. Представитель инициативной группы защиты Пулковской обсерватории Александр Шумилов. Здравствуйте, дорогие друзья. По регламенту мне положено 120 секунд. Много это или мало? Берите больше. Типичное солнечное затмение, полная фаза, длится 120 секунд. Безумно красиво и достаточно. Если мы хотим сохранить, достаточно. Если мы не хотим сохранять, нас не будут слушать и 120 секунд. Я хотел поговорить сегодня о Пулковской обсерватории, о звездах, о науке. А приходится говорить о научных киллерах, настоящих, самделишных. Рядом с Пулковской обсерваторией уже ведется стройка. Рубикон уже перейден. Подлая рука уже поставила расстрельную подпись. Пусть рядом написано «не расстрелять». Пусть рядом написано «всего лишь согласовано». Мы все прекрасно понимаем, что стройка убьет пулковские наблюдения. Но нас уводят от ответа. Нам меняют тему. И вместо вопроса «как прогнать захватчиков с пулковских высот?» перед нами ставят вопрос «а нужны ли нам эти пулковские высоты?» Вы знаете, можно задать вопрос «можно ли наблюдать рядом с городом широкие визуально двойные звезды?» Но мы не задаем этот вопрос. Лаборатория Елены Рощиной просто делает это лучше всех в мире последние десятки лет. А вот что еще можно наблюдать рядом с городом? Рядом с городом еще можно наблюдать, как растет в цене земля. Рядом с городом еще можно наблюдать, как обсерваторию берут в кольцо нечестные застройщики. А еще можно наблюдать, что когда крепость не сдается, ее берет осел, груженный золотом, как уже не раз бывало в истории. Дорогие друзья, Назара Ихсанова, директора Пулковской обсерватории, уже поймали на тайном согласовании. Он ссылается на юридическое бессилие. Его уже поймали на подлоге протокола ученого совета. Вместо того, чтобы сказать что-то научное в ответ, Назар Ихсанов выпускает приказ. Сейчас я вам зачитаю строки из него. Гнать вашего Ихсанова. До окончания проверки руководителей подразделений и сотрудников ГАО воздержаться от публичных обсуждений текущей ситуации. Это научная дискуссия? Мне кажется, нам такие научные работники не нужны. Спасибо, дорогие друзья!